Легче критиковать, чем делать, чем творить. Да и, конечно, для того, чтобы разрушить, много ума не надо. А для того, чтобы созидать, понять и, конечно, сделать что-то хорошее, тут надо работать 25 часов в сутки. И мы порой с Владимиром Николаевичем работали. Мало кто об этом знал. Но мы работали целые сутки и на второй день выходили перед вами, перед теми товарищами, друзьями, людьми, которые переживали и порой не всегда нас понимали, но выходили с хорошим настроением, невзирая ни на что, даже если в душе было тяжело и на нас давили изнутри, извне.